отец был редким распутником. Часто попадал под суд за непристойное поведение. Я не сразу поняла, что сам он очень славный парень. Чистокровных скакунов Патни. Имя и репутация. Всегда на коне. Поговорим позже, друг. О трех лапах загнала на дерево пса. Искренние соболезнования семье Браун. И напоминает молодежи не играть с кустами мануфактуры. Тут и получше будет, хоть я и не люблю. Тихо, не бойся. Дилижансы Фраса во всех направлений. Более 20 лет приближают друг к другу. Бостон... На землю давай, эй! Новый способ забыться? Он пьяный, что ли? О, Чарльз, удалось отыскать незнакомку? Говорят, она мутит воду в окрестностях города под названием Лексингтон. Значит, там и начнем поиски. Встретимся там. Если бы хоть один постоянный посредник остался, мы бы справились, хоть и с трудом, но все трое захлопнули дверь перед нашим носом. Или стража вас получит. Да ты надо мной смеешься, что ли? Бочка Грубо! Я требую извинений! Эй, за что это? Ha 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 ha!
Ров, осторожнее! Зачем вы это сделали? Благословение Святого Духа. Начинающий моряк или рыбак-любитель, в легких судах Портера есть для вас ялик. Третий пирс за Хили и сыновья. Люди. А он хуже. Да что с вами такое?
Смотри, язык отвалится. Да нет, все. Если тебя не потрясло, этим стоит изворотливый злобный кубик. Они охотятся стаями и ловят слабых, но командой охотит кто-то один. Вы нашли ее? У нее лагерь неподалеку. Прекрасно. Чем раньше мы с этим покончим, тем раньше согреемся. Боюсь, у меня скверные новости. Да? Брэддок настаивает на моем возвращении. Я пытался возражать, но все зря. Без сомнения, он зол из-за Питкерна. К тому же мы выставили его на смех. Слушайтесь его, а я устрою так, чтобы вас освободили. Мне жаль, что так вышло. Не страшно. Поздно. Огонь только что потушили. На снегу свежие следы. Она здесь. Черт! Следы свежие. Это ее. Она взбирается выше. Из сугробов в чащу.
Ждите. Проклятие. Стой! Вернись! Возвращайтесь к Брэдоку, пока он ничего не заподозрил. Дальше я сам. Но, сэр... Нет, ступайте! Не беги! Я просто хочу спросить... Я вовсе не враг! Возвращайтесь к Брэдоку, пока он ничего не заподозрил. Дальше я сам. Но, сэр... Нет, ступайте! Не беги! Я просто хочу спросить... Я вовсе не враг! Выслушай меня! О, боже! Да послушай же! Довольно этих игр! Что, издеваешься? Ты что, слегка тронутый? Я, Хейтам, я пришел с миром. Зачем ты говоришь так медленно? Прости. Чего ты хочешь? Ну, как тебя зовут? Я Гадзидзио. Очень приятно. Гадзидзио. Просто Дзио. Дзио? Дзио. Дзио. Скажи, зачем ты здесь? Кто тебе его дал? Старый друг. Я видела такие знаки лишь однажды. Где? А вот об этом мне запрещено говорить. Я спас твоих людей. Это ничего не значит? Поверь, я не враг. Здесь есть один холм. Жди меня там, если ты говоришь правду. В
В том городе солдаты. Они хотят прогнать мой народ отсюда. Их вождя зовут Бульдог. Эдвард Брэддок. Ты знаешь его? Он мне не друг. Каждый день мои люди гибнут от рук таких, как он. Мы положим этому конец. Вместе. Что ты предлагаешь? Убить Эдварда Брэддока. Но его нужно найти. Я не верю тебе. Я знаю. Но ты идешь. Доказать, что не лгу. Этого не будет. Ты думаешь? Я знаю. Но я иду. Жди здесь. Женщина-магавка вызовет подозрения и перестрелку. Я не первый раз среди твоего народа. Я справлюсь. Надеюсь. Неплохо. Только скинь два медика. Последнее мое предложение. У тебя нет этих бумажных штучек. Скинь два медика. Последнее мое предложение. Ну давай!